Добрый день. Я приехала на дачу. Нас заливает дождями, и поэтому я ничего сейчас не могу делать. Но хочу вам показать первый сигнальный урожай. Голубика была посажена в этом году. В основном это кусты трехлетки. Есть только одна однолетка, двухлетка вернее. Сейчас я этот куст вам покажу. Он стоит без урожая. Остальные в основном все с урожаем. Больше всего урожая на бонусе. Посмотрите, какие ягодки. И это только первый урожай. А вот этот вот, то, что я вам говорила, это куст дюк. И причем, если я буду еще сажать, а я буду их сажать, то буду брать двухлетки. Почему? Объясняю. Потому что вот эта вот двухлетка, которую я посадила, она очень хорошо набирает зеленую массу. Посмотрите, сколько новых побегов она начала, крепких. Не просто побегов, а крепких побегов она начала выпускать. То есть на этом кусту, я думаю, что в следующем году будет хороший урожай. Куст с самыми крупными ягодами, это у меня Элизабет. Посмотрите, какие ягоды. Они просто огромные. Крупнее, чем у бонуса. Следующий куст, который я вам хочу показать, это куст называется Blue Crop. У него уже даже есть, вот посмотрите, это я сбросила яблоко кислое, чтобы оно давало кислоту. В общем, он уже начинает поспевать. У него супер шикарные ягодки. Я, скорее всего, что если успею собрать их до моря, повезу деткам на пробу. Значит, это куст тора. Пока он еще не спеет, но тоже вот такие вот есть по ягодке, а есть прям уже вот такими кисточками. А здесь тоже это трехлетка тора, но здесь урожая нет. Зато посмотрите, какую массу он нарастил. То есть все кусты, которые сейчас стоят без ягод, они очень хорошо наращивают зеленую массу. Я не беру во внимание, например, вот такие вот кусты или вот такой вот кустик. То есть я так думаю, что они перемерзли, у них вымерзли почки, поэтому в этом году на рост новых активных побегов рассчитывать не стоит. Я уже даже знаю, в каких питомниках я буду заказывать следующие саженцы. Вот этот вот саженец, это река или река, не знаю, как правильно. Вот смотрите, уже эти ягодки, ну не эти ягодки, а вот эту ягодку, уже можно ее срывать. И вот спеет, красотки. В общем, вот такие вот у меня кусты голубики. Первый год посадки, в основном трехлетки, повторяюсь. Но этой осенью я буду брать именно двух с половиной летки. Все, всем пока, до следующих видео.